Сегодня мы приготовим торт Наполеон. Берем 2 или 2,5 стакана муки. Терем масло 200 грамм или маргарина на терку. И все тщательно перемешиваем. Добавляем одно яйцо, 50 грамм водки или коньяка, и 100 или 150 грамм холодной воды. И замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Затем заворачиваем его в пленку и помещаем в холодильник на 3 часа. Когда тесто достали мы из холодильника, раскатываем коржи. Их нужно раскатывать как можно тоньше. Коржи выпекаем в духовке при температуре 180-220 градусов. Предварительно их нужно проткнуть вилкой, чтобы не образовывались пузыри. Вот у нас готовые коржи так выглядят. Их должно получиться где-то 10 или 12 штук. Теперь крем. 200 грамм масла. 1 банка сгущенного молока, взбиваем миксером. Теперь собираем наш торт. Все коржи укладываем друг на друга и перемазываем кремом. Вот наш торт готов. Его можно украсить крошкой. Вот так торт выглядит в готовом виде. Перед употреблением он должен настояться в холодном месте, где-то 10-12 часов, чтобы коржи пропитались кремом. Приятного аппетита!